Только серьезные летсплеи, только информативные, качественные, профессиональные. Груви. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами играем снова в Subnautica. Сколько лет прошло, я наконец-таки возвращаюсь в эту игру. Все потому, что 14 мая выходит Subnautica Below Zero, уже полная игра. Полная, располневшая. И я как раз-таки хочу пройти первую часть, потому что я так этого не сделал. Вот, пройти ее, как бы загладить свою вину перед вами. Не кидайте в меня. Не кидайте в меня. Ладно, заслужил. Окей, заслужил. Но теперь мы это с вами сделаем. Постараюсь пройти эту часть за вот это вот время, оставшееся перед 14 мая. Пройду всю. За спидранем Subnautica. А начать новую игру. Сначала думал пойти по хардкору, но, зная себя, я точно забуду следить за кислородом. Поэтому давайте, чтобы пройти эту игру, мы оставим режим выживания. А Below Zero уже будем проходить по хардкору. Как, ну, по-пацански, так сказать. Сейчас мы как эти... Нет! Вот чем ненавижу себя. И когда начинаю расписывать, что вот это вот мы вот так вот сделали здесь обходным путем. Нет, все, я по хардкору играю. Я пожалею об этом. Ну что, я, наверное, ко встрече каких-нибудь существ, которые нападут меня и разорвут сразу. Все будет нормально, никто нас не убьет. Просто собираем всю волю в кулак. Вспоминаем все, что мы знаем об этой игре. Мы снова проходим все это. Я даже не верю. А можно скипнуть? Ладно, для тех, кто не смотрел еще от меня Subnautica, вот, можете посмотреть сейчас. 3, 2, 1. Мы, в общем, спасаемся с корабля, с Авроры, который, кстати говоря, упадет в то же самое место. Я не знаю, для чего вообще эти заморочки. Могли бы там остаться, все равно бы упали. Опа. Вот эта штука, по-моему, сейчас не... Что-то мне сейчас по морде заедет, да? Спойлеры. Спойлеры. Что-то сейчас мне по башке заедет. Окей, встаем. Встаем, встаем, встаем. Наша драм-машина не работает. Тушить пожар. Давай. Есть. Загрузка в аварийном режиме. Это же будущее. Как они могли такую отстойную мелодию сделать? Как будто это 8-битная игра. Вы получили легкую травму, это можно считать оптимальным. Данный КПК был перезагружен в аварийном режиме с одной директивой. Сохранить вам жизнь в инопланетном мире. Короче, я буду пропускать все, что я уже видел. Все, что я уже читал. Все, что мы уже с вами смотрели. Если вы вдруг впервые здесь, вы видите меня впервые. И не знаете, кто я такой. Не знаете, насколько великий я человек. Как много я сделал для индустрии летсплеев. Какие планки я поднял вот там. Планка. Какой смешной у меня контент. Если вы это все не знаете, зайдите в плейлист Subnautica. Внизу будет. Посмотрите все прохождения мои. Все мои попытки, потуги смешные. Так, стоп. Все, мы начинаем отвлекаться. Я не помню, что делать надо в этой игре. Спидранием, да, точно. Нам нужно устройство для починки. Силиконовая резина, пещерная, сера, титан. Блин, очень много всего нужно. Но у меня ничего нет. Все, спускаемся. Рыбки, 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 рыбки. Ну, привет, игра. Не ждала меня. Ты стала чуть краше. Мне нравится. Свечение такое. Я забыл, тут аптечка же где-то была. Вот. Она теперь стала зеленой. Ну, поплыли добывать всякое. Сюда, 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 сюда забрать. Опа, липучки. Как я соскучился по вам. Идите ко мне, такие вы сладенькие. Давайте вот все, идите сюда. Ты сможешь одна удержать? Давай, качай мышцу. А вот и вы, толстячки мои. Я вам подарочек принес. Оп. Опа. Стоп, стоп, вонючая, вонючая фигня. Чуть не сорвалась прямо у нас. Так, кого это мы тут обнаружили? Гарри и дохлый Пипер. Да твою же налево, кто это тут пожаловал к нам? Это я, Гарри, это я, столько лет не виделись. И что-то чувствую, что нам особо не о чем говорить. Я тоже так считаю. Я уже вырос из всех этих... Озвучивание разных рыбок. Только серьезные летсплеи. Только информативные, качественные, профессиональные. Я хотел сделать себе сварочный аппарат, чтобы чинить. Но в итоге добыл просто рыбку. А, смотрите, вот эта птичка, да. Я помню ее. Толстяк там совсем страдает ужасно, посмотрите. Ах, ладно. Наша задача сделать
что-нибудь. Что-нибудь дойти уже. Я буду долго проходить эту игру. Нет, мы не должны. Гарри, ты мне поможешь. Я с тобой не разговариваю. Нет, все. Молчать. Только с тобой, с твоей поддержкой. У нас все получится. Твоя попка. Спасибо. Рыба, вода. Твоя помощь тоже будет нужна, чтобы выпускать пар. О, нет! Опять ты! Опять я, да! О, как было хорошо без тебя! Я доминировал в этих водах! Доминировал ты? Ну, да! Ну, теперь это закончилось! Теперь рыба-вода, ты всего лишь вода! Ладно, смотрим. Из инструментов мне нужно сканер, ремонтный инструмент и нож. Силикон. Из чего он делается? Из гроздь семян водорослей. Замутим водостойкий контейнер. Я могу его здесь кинуть? Нельзя выбросить. А, его только в воде нужно. Да, вспомнил. Давай все это отнести, пусть здесь хранится. Фух, напугался. Но ты мне нужен. Ты мне нужен материальчик. А, ну красота здесь. Эта игра, конечно, красивая, ничего не скажешь. Вот где мы находимся. О, нам сюда не надо. Нам еще рано сюда. Нам нужны водоросли. А вот и ночь уже. Как внезапно. Не понял, где лес сталкеров? Я его только что видел. Вот он. И вот как раз семена водорослей светятся. Не страшно, Гарри. Яйцо существа. Возьмем, потом вырастим. Нет, сталкеры. А водоросли можно взять? Можно. Набирая кучу пачки. Что мы можем сделать? Силиконовая резина. Нож. Крафтим батарею. Энергоячейка готова. Ласты. Дальше нам нужен титан. Сканер и силиконовая резина. Все. Необходимые вещи готовы. Хватит искриться. Есть! Свет включен. И у нас сообщение как раз таки. Говорит Аврора, сигнал бедствия получен. Спасательная команда будет отправлена по вашим координатам через много-много часов. Сейчас чертовски важная задача — это найти больше титана. Так, я тебя вижу. Спасибо большое. Как только мы скрафтим себе дополнительный кислородный баллон, можно будет уже идти дальше. Я хочу сразу сделать симов, если что. Насколько это возможно. Как минимум построить базу нужно будет. Добываем себе водоросли, которые не добываются. Почему? А у нас инвентарь полон. Фу, напугал ты меня, Саня. Отвали. Кстати, смотрите, что мы проплываем. А тут как раз таки будут фрагменты нужны нам. Морской глайдер. Ладно, симот, я так понимаю, нам еще не скоро хотя бы глайдер сделаем. Что-нибудь мы сегодня точно с вами сделаем. А Саня развлекается с куском металла. Грави-ловушка. Глайдер. Радиомаяк. Окей, кораллы. А че он не ломается? Может быть, потому что у меня полный инвентарь? Да, точно. Фух. Накупался. Чтобы сделать глайдер, нам нужно еще батарея и медный провод. Медный провод и батарея. Все, у нас теперь будет глайдер сейчас. Ах, какой крутой глайдер. Нам нужен строительный инструмент. Так, микросхема, комплект проводов. Микросхема. Нужен образец пластичного коралла, золото, медный провод и серебряная руда. Это нужно в лесу сталкеров. Эй, протекает пол. Ладно, предлагаю все сюда сложить. Лес сталкеров находится здесь. Погодите, я же не сделал кислородный баллон. Баллон кислорода, пожалуйста. Пройдите-ка сюда. Ах. Нужно сделать стекло, титан и серебряную руда еще нам нужна. Стоп, слушаем. Это Озийская кафетерия. Какого черта, ребята? Нам не говорили, что такое может произойти. Наша капсула чуть не раздавилась от сека мотыльков при падении. А теперь мы висим на краю пещерной системы. И эта жуткая змееподобная тварь пытается прогрызть. Заберите нас. Где сигнал? Вот он сигнал. 600 метров. Отсек симотов, так что нам туда нужно по-любому. А, это прям в лесу сталкеров находится. Ныряй и не ссы, Евгений, ныряй и не ссы. Тут по-любому есть что-то, что можно изучить. Сборщик транспорта, это очень нужная штука. О, да это уже оказывается в красной зоне. Вижу кусок симота. И таких еще нужно две штуки найти. О, тварь спалила нас. Внутрь заходим. КПК подобрать. Здесь больше ничего нету, валим. Хорошо, мы нашли серебро. Золота пока что нету. Золото. Здесь по-любому надо как следует порыскать, все позабирать. Так, ты у нас что? Сборщик транспорта, еще один. Последний фрагмент остался. Как у нас там? Нормальное место. Я так быстро ориентируюсь, так быстро все делаю. Вот это я профессионал. Сборщик. Это лазерный резак. Тоже нужно. У, их тоже три фрагмента надо. Слышу! Да! Смотри, какая она дерганая стала. Надо заценить, что это за пещеры такие. Ага, да, я помню это место. Тут змеи. Вот тут еще и много полезных ресурсов, и мне бы их... быстренько обнаружить, было бы очень здорово сейчас. Так, все, валим, хорошо. Что-то очень быстро кислород расходуется, мне туда вообще не надо соваться пока что. Фух, ну я благо выплыл. Сколько у нас золота? Всего одна штука, очень мало. Есть второй. Опа, вот тут я, вот я и лоханулся. Внезапно закончился воздух, я проиграл игру. Буквально секунды не хватило. Размялись неплохо, а теперь... по-серьезки. Хардкор. Я пройду игру на хардкоре. Я хорошо размялся. Как следует. Вперед!
я сдох! Тут же. Еще раз. Размялся по-настоящему. 8 гребаных часов спустя. Все, я смог достичь того самого уровня, на котором я сдох. Теперь продолжаем играть. Задача найти серебра немножко. Согрел Саню на себя. Погодь, мы же можем тебя приручить. Ну-ка. Получилось? Что ты не приручаешься? Ну-ка. Давай же, тупиц. А, ты здесь? Ты уже здесь? Ты все, друг мой? Ну-ка, подошел с руки, пожрал металла, пожрал с руки, быстро. Саня, ну пожалуйста. Вот. Взял? Не взял. Что это? Сборщик транспорта. Важная вещь. И еще один. Последняя деталь осталась. Вот она, кажется. А, да, это оно! Дайте мне серебра, демдога. Лазерный резак. Второй фрагмент. Лазерный резак, часть вторая. Вот ты где, серебряная руда, которая тут же куда-то исчезла, упала. Так, грибы пошли в жопу. Из-за вас просрал. Почему она упала? Она что, сквозь землю, что ли, провалилась? Ладно, давайте еще раз. Это не... Теперь я буду ее долго искать, да? Ты чё? Лазерный резак, часть третья. Серебро, наконец-то. Значит, нам нужно, чтобы усовершенствовать баллончик, надо его, стекло и 4 титана. Осталось 2. Раз, 2 еще. Вот. Все, у нас есть крутой кислородный баллон. Теперь мы можем 130 секунд находиться под водой. О, ребризер еще можно сделать. А у меня как раз таки есть сетчатое волокно. Слушайте, хорошо все идет. Водостойкий контейнер, 4 титана. Тихо, тихо, тихо. Блин, уродская ты акула. Давайте сюда все сложим. Теперь срочно поплыли сюда. Вот мы снова подобрались к этой шлюпке и сканируем симот. У меня есть серебризер, у меня есть сиглайд. У нас есть все, что нужно, поэтому можем спускаться в эту пещеру теперь. Давайте найдем там то, что там уже, там, по-моему, алмазы какие-то должны быть. Что это? Магнетит. Это что-то новенькое. Так, золото. В принципе, кислорода еще достаточно. Главное... Опа! Так, здесь очень опасно, но мы должны рискнуть. Здесь есть КПК взяли. Ой, 60 секунд осталось, я не помню, откуда я приплыл. Вот отсюда. Так, тогда не ссым. Что-то обнаружил. Все, возвращаемся, надо вдохнуть. Смотрите, большой фрагмент. И это что-то очень важное, судя по всему. Комната сканирования. Так, ну неплохо идет пока все. А вот и ты, здрасте. Что тут у нас? Что тут? Что-то важное должно быть. Кто это? Да, пропульсионная пушка. Нам нужно еще один фрагмент найти. Биореактор. Так, фрагмент комнаты сканирования. Как я должен был его здесь увидеть? Да, очень круто запрятали. Мотылек второй. Давай, еще один фрагмент нам найти. Как я хочу тебя быстрее сделать. С тобой так спокойно. Окей, давайте сделаем еще одну батарейку для своего глайдера. И я подумал, что мне необходим просто вот этот пузырь. Который, где он? Надувной пузырь. Пузырь, вот он. Нужна рыба-вода. Рыба-вода. Сюда иди. Все, пузырь скрафтили. Я думаю, с его помощью мы сможем гораздо быстрее подниматься, и при этом не будем тратить энергии. Что там происходит? Птицы на месте зависли. Сейчас я выйду, они начнут летать. Ой, нет. С ними все как-то очень странно, да? Эти животные еще изучены, понимаете? Они могут всякое. Возможно, жилище Дегази. Давайте посмотрим, что это такое. Где-то здесь располагается. А, это те самые ноздри. Вот оно. Здравствуй, жилище Дегази. Так, что это? Модификационная станция. Ой-ой-ой, опасность. Стазис винтовка. Не трогай меня. Какая-то добрая рыбка. Она должна меня кусать, но она не кусает. Ладно, давайте. Многоцелевая комната. Живая стена. Изучено. Какой-то КПК нашли. А, и теперь надо валить отсюда срочно. 30 секунд. Так, пузырь, давай. Должен был быстрее это делать, мне кажется. Блин, пузырь меня подвел. Так, ну пузырь ты, мразь. Он не так быстро всплывает нас. Вот так и доверяй технологиям. Вон она, змея живет это. Лучше не тревожить. Надо просто аккуратненько здесь пошарить. Что это здесь лежит? КПКшка. КПКшка. Потом почитаем. Электростанция. Теплоэлектростанция. Это еще лучше, чем просто электростанция. Все. Аку. Так, это жало. Сейчас мы тут наворотим дел. Только бы не сдохнуть. Водочистная станция. Слышите эти звуки? Так, давайте, выходим. Выплываем. Мы, кстати, прям совсем рядом с Авророй. Это очень плохо. Что? Какого? Ах вы мрази, ах вы мрази. Это пуляющие растения были. Ладно, меня накоцали всего лишь там на пару хп. Он так заорал, я аж испугался. Мы нашли еще какие-то обломки. Здесь есть урна. И какой-то анализатор жидкости. Инвентарь полон. В смысле, что, мы не можем его посмотреть? Давайте выкинем вот это, не проблема. Эй, анализатор жидкости. К сожалению, он просто не работает.
Вот это что такое? Торговый автомат. Буду наваривать бабло на себе, видимо. Говорит Эвери Квин с торгового корабля «Солнечный луч». Аврора, вы нас слышите? Прием. Один только вакуум. Ох уж эти корабли Альтеры. У них заканчивается смазка в двигателе. Они шлют сигнал СОС. Предлагаешь им помощь, они не отвечают. Я на дальнем конце системы. Потребуется больше недели, чтобы добраться до вас. Вам все еще нужна помощь? А, все, понятно. Он нам не поможет. Мы можем сделать лазерный резак, но нам нужен алмаз. Две штуки, которых у нас вообще по нулям. Погодь, а сборщик транспорта-то когда мы будем делать? Энергия ячейка, что нам нужно для этого? Батарейка, две штучки. И силиконовая резина. Всего-то. Переносной сборщик транспорта готов. И меня сейчас пугает тем, что Аврора скоро взорвется. Дождемся ее взрыва и тогда закончим выпуск. Так, сборщик транспорта сделали. Мотылек, ингредиенты еще пока неизвестны. Нам-то всего лишь навсего осталось одну. Одну часть найти. Это по-любому должно быть где-то в красной зоне. Возле обломков. Опа. У нас жидкости не осталось. Да, ну вот по идее он должен быть где-то здесь. Пожалуйста, скажите мне, что это он. Нет, это комната сканирования. И она готова. Что тоже неплохо, но я хочу Симон. Симон. Ты где, Симон? Не прячься от дяди Жени. Он тебя не обидит. Он себя только, блин, обидит, потому что он опять забыл про... Черт! Черт!